Мотоцикл КТМ 690 Enduro R 2014 года. В принципе, полностью в стоке. И надо сказать, что по моему впечатлению мотоцикл достаточно сбалансированный. Меня, в принципе, все устраивает. Но небольшой минус для меня — это зеркала, которые вот штатные. Потому что мало регулировок. И, может быть, это связано с моей какой-то комплектацией, с какими-то физическими данными. Смотреть мне в них не очень удобно, скажем так. Порыскав по интернету, то, что я для себя нашел, наверное, самое оптимальное и по цене, и какому-то функционалу, это зеркала тоже КТМные. Имеющие вот такой номер. И вот так вот выглядящие. Насколько мне известно, они идут на Adventure, но я могу ошибаться, потому что я намеренно не проверял. Итак, какие вот преимущества при беговом взгляде? Возможность складывания. То есть, допустим, вот у вас установлено, скажем так, левое зеркало. Раз, то есть в какое-то дорожное положение, то есть вы едете там по шоссе и настроили под себя, там, чтобы видеть сзади идущие транспортные средства. Заехали на какую-то пересеченную местность, там лес там куда-то, взяли, повернули в противоположную сторону, и все, в принципе, ваши зеркала в целости сохранности, то есть их не зацепите ими ни ветки, ничего. Плюс еще сама стекляшка, она большего размера. Вот здесь некоторый пыльник, можно подумать, что здесь тоже какие-то регулировки, по факту ничего нет. То есть обычное соединение металл и пластик. То есть никакого ни шарнира, ничего здесь не крутится, не сдвигается. То есть здесь ничего такого. Ну и цена, наверное, плюс, потому что стоят они, по-моему, рублей 800 я отдал за них, за штуку. Пару слов об установке. То есть недостаточно просто скрутить зеркало, потому что здесь резьба, она меньше. Меньше, чем резьба здесь, то есть он не закрутится никогда. Надо снять еще вот эту часть. Она откручивается обычным ключом на 15, причем резьба здесь обычная. Вот так вот выглядит эта деталь. То есть здесь большая резьба, здесь более маленькая. Ну и, соответственно, на эту позицию зеркало уже отлично входит. Здесь резьба прямая, как оказалось. В установленном варианте как-то так это все добро выглядит. Лично мне округлая форма как-то больше импонирует. И по дизайну, и по функционалу. Если кому-то больше нравится стоковый, то можете, конечно, такие оставлять. Но я бы всем рекомендовал менять. Особенно тем, у кого там разбилось. Потому что не знаю, сколько стоит стоковый, но если эти 800 рублей, то цена и так не очень большая. И спасибо за просмотр.